Смоленка – одно из самых пожароопасных сел Читинского района. За прошлый год тут произошло несколько крупных возгораний. Рядом с домами местные жители очень долго ждали появления пожарной части. И вот, наконец, в апреле этого года строительство началось. Пожарная часть здесь строится на 4 выезда, 3 машины выезда пожарных автомобилей из быстро заводимых конструкций. Мы заключили контракт 8 апреля текущего года на строительство СОО «Восток Агро». Ну, это по результатам торгов. И, значит, вот настоящее время в таком состоянии. Сейчас рабочие сделали основание для монтажа конструкции. Следующий этап – заливка бетона. Уже совсем скоро тут появится двухэтажное административное здание и гаражный бокс, в котором будут проводить техническое обслуживание пожарных машин. Стандартный набор помещений. Основная масса – это у нас кабинет начальника, учебный класс, то есть столовая, комната отдыха. Часть рассчитана на 35 рабочих мест. На ее строительство потратят 77 миллионов рублей. Работы идут согласно графику. Срок сдачи объекта 1 сентября этого года. Екатерина Бакшеева, Антон Носов, РТК «Забайкалье».